С 12 июля по 1 августа в Нижегородском Спасо-Преображенском соборе по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия для молитвенного поклонения верующих будет пребывать икона святителя Луки Крымского. Постоянно эта святыня хранится в Знаменском храме города Бор. Святой Лука служил образу Божьему человеку и в особенности страждущему, служил с невероятной любовью и самоотверженностью. Поистине блажен был святой Лука. Он, как сам Господь, пришел в мир, чтобы благотворить и исцелять, а потому и получил от Бога дар чудотворения. Бесчисленны его чудеса и невероятны с точки зрения человеческой логики. Приложиться к чудотворной иконе святителя Луки Крымского верующие Нижнего Новгорода смогут с 12 июля по 1 августа. Святыня будет пребывать в Спасо-Преображенском соборе, улица Щербакова, 11.